Уже ехала домой и думаю, дай-ка я еще весь парк объеду. И просто объехала все дорожки, свернула на все дорожки. И вот моя предпоследняя дорожка, я свернула сюда. А здесь вообще красота. Только что пообедала в ресторане, там на пляж смотрит. А тут, оказывается, еще лучший ресторан, вообще обалденный, прямо на реке. Ну что ты будешь делать, называется. Ну я уже вторую порцию в себя не съем, не впихну. Ах, если бы я знала, и посмотреть на закат, на такой обалденный. Ой, какая сказка. Интересно, можно покататься, нанять вот такой кораблик? Нанять вот такую красоту, пока не покататься. Ой. Это люди просто приезжают вот на этих вот, на ботиках, приезжают, кушают. Hello. Приезжают, кушают и поехали дальше. А, какой сказочный ресторанчик. Да, лоханулась я немножко, но в следующий раз буду знать. В следующий раз я буду знать, что кушать надо приходить сюда. Еще ж хотела по этой велосипедной дорожке пройтись. Пробежаться. Леди Хелен. А яхточка уходит. Так. В следующий раз еду в Майами. Как я уже сказала, беру с собой велосипед в машину. Беру с собой хай. Ай, как веселушка какая. Ра-та-та-та-та. Беру с собой каяк. И отрываюсь по полной программе. $8 за год. Four night. Тут можно на ночь остаться припаркованным с этим ботом, и $20 это стоит, чтобы здесь он всю ночь постоял. На день $8. Красота какая. Как здорово. Как здорово. Ладно, я туда дальше уже не пойду, потому что мне далеко сегодня еще ехать. Сказка, 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 сказка. Просто сказка. Обалдеть, какая красота. И вот Майами, все вот в таких вот, все в воде. Если посмотреть сверху, открыть Google Map, карту Google, и посмотреть на Майами, сколько здесь воды, кроме океана. И все это уставлено, заставлено вот такими яхтами обалденными. Вау. Ладно, все, пошли домой.